что писать о войне тому, кто ее не прошел, кто не видел глаза матерей, хоронивших детей, кто под сердцем не грел ни надежду, ни острый ножик, каждый день ожидая, что горе ворвется в дверь, что писать о войне, когда о войне забыли, и парады СС подвиг русских топтали в прах, и ребята рисуют картинки на братской могиле, не заметив, как краска становится кровью на их руках. Что писать о войне, когда слова значит так мало, но выходишь из дома, на улицу или в сеть, и встречаешь героев, которые жаждут славы и готовы за это убить или умереть.